Каждую неделю в Магадане проводится штаб по реализации программы национального проекта безопасности качества автомобильной дороги. Проект продвигается успешно. На прошлой неделе прошел аукцион по ремонту большого участка дороги – улиц Карла Маркса до улицы Ленина. Получается, на этот год, еще раз просто говорить, тем более, что здесь СМИ, это вот Карла Маркса от Парковой до улицы Ленина с устройством, с благоустройством возле ЗАГСа, там невесты ноги ломают, когда выходят из машины. Муниципальный центр культуры, перед ним площадь, она убитая вся. Кстати говоря, там у нас проложены, не знаю, уж ли это проектная документация или нет, элементы для слабовидящих. Также мэр города поделился, что есть задел на 23 и 24 год. Будут проведены большие работы на улицах Берзина и Транспортной. Сейчас мы ждем наступления положительных температур, но подрядчики, которые определены победителями, уже могут вести материалы, закупать битум, готовить всю производственную базу для того, чтобы начать работать не в июне, не в июле, а уже в мае при наступлении положительных температур уже могут начинать работать. Поэтому я думаю, что магаданцы оценят, город станет лучше, а дороги станут безопаснее. Также отмечено, что важным моментом в реализации программы станут установки устройства искусственных неровностей, или, как все привыкли их называть, лежачих полицейских.